американском штате Джорджия из-за лесных пожаров эвакуируют целый город. Свои дома вынуждены покинуть 2000 жителей Сент-Джорджа. Для них организованы временные убежища в школах. Отмечу, пожары бушуют в регионе уже месяц. Локализовать огонь не удается из-за сухой погоды и сильного ветра. Поэтому пламя охватывает все новые территории. Источником пожара стал удар молнии.